Всем привет! Спасибо вам за то, что пишете комментарии под моими монологами. Это очень приятно, а самое главное, что это приятно вам, как я понял. Потому что, когда вы видите пластинку, которую вы любите или которую ненавидите, вы тут же высказываете свое мнение. С этим мнением начинают спорить, вы вступаете в спор и приятно проводите время. А это самое главное, ради чего делаются вот эти ролики, чтобы приятно провести время. Так что пишите еще, смотрите дальше. Извините, пожалуйста. И все будет хорошо. Ну, про готов. Про готов поговорим, да? Не про этих вот готов, которые в узких черных штанах, волосатые, бледные, изможденные гитаристы такие. Нет, нет, это не готы. Это не готы. Готы кто такие? Готы — это звероподобные здоровенные мужики в шкурах звериных же. С палицами, с цепями, с мечами, с кистенями, в сапожищах, протопавшие всю территорию, на которой находится современная Европа, и стершие ее с лица земли. Не территорию, а тех, кто там шебуршался на этой территории. Разнесли к чертям собачьим Римскую империю. Ну, потом им гунны дали тоже по башке, и готы немножко успокоились, поделили территорию между... поделили с гуннами территорию и жили в соседстве со славянами, то есть с нами. Приторговывали, иногда повоевывали, ну, в общем, вели нормальный образ жизни. Но Римскую империю уничтожили. И в этой связи хочется поговорить о пластинке, вот такой, Джо-Джо называется она, Siouxsie and the Banshees группа. Хотя сама Сьюзи Сью, или Сью, как угодно можно называть, она смеялась, когда ее называли готом. Она говорила, что это полный идиотизм, лучше называйте меня Снежной Королевой. Но это я где-то вычитал, не помню. Я с ней не знаком, поэтому могу апеллировать только к печатным изданиям. Но по факту это в чистом виде готы. То есть это люди, которые пришли и уничтожили напрочь все то, что называлось классическим роком. И параллель с Римской империей здесь... на мой взгляд, очевидно, потому что Римскую империю уничтожили, да, а Италия осталась красивая, замечательная, с музыкой, про которую мы тоже говорили, итальянский прогрессивный рок чудесный, архитектура, климат, оливки и все прочее, вино, кофе, все замечательно. Все существует, все осталось, да, но Римской империи нет, так же, как и нет классического рока. А то, что осталось, это как современная Италия. Это все красиво, привычно, замечательно, можно приятно проводить время и жить в этом классическом роке всю жизнь и слушать вот эти вот пентатонические ходы гитарные, все остальное, барабаны, дун-дун-дун, все, вокалистов вот этих, вот этих вот вокалистов и все. То есть они как бы все это есть, да, но все это уже уничтожено молодыми ребятами, которые пришли и стали играть новую музыку в конце 70-х годов. Вот такое я делаю умозаключение. Ну, в числе прочих, а точнее, даже не в числе прочих, а одними из лидеров, наверное, этого самого движения, как раз и была группа Siouxsie and the Banshees. Сьюзи Сью, Сью, псевдоним вот этот Сью, она взяла, да, собственно, само имя Сьюзи, оно относит нас к... группе языковой Сиу, индейцы Сиу, североамериканские, помните такие? Вот одно из ответвлений этой языковой группы, это как раз вот это наречие, язык, точнее говоря, индейцев, с их заклинаниями, с их криками, с их завываниями. И все эти завывания и крики индийские, и вся эта магия черно-белая, она прочитывается в музыке Siouxsie and the Banshees. Ну, группа начинала-то, познакомившись друг с другом на концерте группы Sex Pistols, любила эту музыку, вдохновлялась ею. И, ну, как группа началась? Люди познакомились там, да, и решили поиграть вместе. И поиграли на грандиозном панковском фестивале,
как это называлось, не помню, международный панковский фестиваль или что-то такое, который устраивал Малькольм Макларен в одном из лондонских клубов. Группа вышла в составе, собственно говоря, Сид Северин, бас-гитара, Сьюзи Сью, вокалистка, бас-гитара Сид Вишес и прекрасный гитарист был у них, прекрасный гитарист. Вообще группе очень везло на гитаристов, надо сказать, очень везло. Марко Перони играл на сцене, прекрасный музыкант, который ушел в коллектив под названием Adam and the Ants, про который я уже рассказывал. Ну, группа приказала долго жить, этот состав, точнее, осталось Сьюзи и Северин, и к ним пришли Джон Маккай и Кенни Моррис на ударах. Джон Маккай замечательный гитарист. Записали они таким составом два альбома, очень хороших, на мой взгляд. Это The Scream первый и Join Hands второй. The Scream и Join Hands. Потом Маккай и Моррис неожиданно ушли из группы, просто никому ничего, ни слова не сказав. Но зато пришел Джон МакГеок, гитарист, который играл в группе Magazine, прекрасная, о которой я отдельно поговорю. И некоторое время он совмещал. Да, и ударник, который зовут Баджи. А МакГеок некоторое время совмещал игру в Magazine и Siouxsie and the Banshees, записал альбом с ними под названием «Калейдоскоп», где не на всех песнях он играет, здесь играет, и иногда на гитаре играет и Стивен Северин вместо МакГеока. Но потом дела, собственно, дела у Siouxsie and the Banshees и в гору пошли практически сразу, что бывало редко для молодых музыкантов. Но, тем не менее, они сразу пошли большие концерты, сразу пошли пластинки, которые отлично продавались, включая первый альбом. И более того, им удалось заключить контракт с компанией Polydor на условиях таких, что они будут иметь полный контроль над записью, над продюсированием, над аранжировками, над материалом и над компоновкой альбома. И компания на это пошла. Это удивительное дело. Но это все хорошо. А четвертый альбом, вот эти прекрасные ребята, замечательные. Четвертый альбом Джо-Джо, вот этот вот, правильно я показываю? Нет, вот так. Его можно по-всякому крутить. Это, на мой взгляд, настоящий шедевр новой музыки. А она новая до сих пор, хотя это 81-й, по-моему, год, она все равно новая. Она звучит по-новому, она звучит не так, как рок-музыка, привычная нам, как классический рок, да, она убрала просто, вот эта пластинка, она просто убирает весь классический рок напрочь за его уже профнепригодностью. Профнепригодностью в смысле воздействия на чувства слушателей. Вот здесь воздействие на чувства слушателей в разы сильнее, на мой взгляд, и альбом этот, он настолько цельный, настолько продуманный и настолько грамотно выстроенный, хотя, возможно, это получилось случайно. Такие вещи вообще, они бывают только случайно. Это как-то вот складываются песни. Давай, это будет так, потом это, потом это, потом это. А потом оказывается, что это грандиозное произведение искусства в целом. Чего я не могу сказать, кстати, об альбоме «Сержант Пепперс Ланли Хатс Клаб Бэнд». Хотя его считают цельным таким, не концептуальным, но каким-то таким вот цельным, да, самый цельный, эталонный альбом. Он, на мой взгляд, является просто набором песен, совершенно не цельный никакой. А вот эта штука, она монолитная, и она удивительна по музыке. Она настолько одновременно и проста, и сложна, и так здорово аранжирована, и так спродюсирована, и столько там внутри накручено всего, и такая работа со звуком, что я не знаю, с кем можно сравнить, с чем можно это сравнить. Гитарист МакГеок здесь проявил себя невероятным образом. Он не то чтобы изобрел новый способ игры на электрической гитаре, он придумал новое место электрической гитары в группе, новые функции электрической гитары, новый звук абсолютно. И этому звуку стали подражать, и масса музыкантов копировали этот звук, эту манеру, этот способ аранжировок, там и The Smiths, и кто угодно. Spellbound, первая песня, адская игра на ритм-гитаре, похожа на акустической МакГеока, потом переход на
повторяющиеся искаженные одноголосые гитарные фразы, все громче и громче, бас Северина начинает душить, и что характерно для всех аранжировок, для всех песен «Success and the Banshees» на этом альбоме, что не понимаешь, не слышишь то место, где песня начинает утяжеляться. В начале она начинается. Песня как песня, понятно, запев, да, все. А потом ловишь себя на мысли, что какая-то скала на тебя наваливается, что такая тяжесть, как будто это Black Sabbath или там, я не знаю, кто еще, какой-нибудь Stoner просто такой. Хотя гитара не искаженная у Магерка, гитара прозрачная все время. Она на хорусе все время, на фленджере, на реверберации, но она без этого зверства, которое было, кстати, на первых двух альбомах у Маккая. У него гитара очень тяжелая, очень роковая такая и душащая, очень хорошая, между прочим. А здесь нет, здесь чистая гитара, очень-очень заобработанная, но без этого хардрокового рева. И она такую адскую паутину какую-то сатанинскую накручивает, наверчивает, тяжелый. Так это здорово, так в ней запутываешься. Вот в этой паутине, и мне довольно приятно находиться. «Into the Light», вторая песня, а-ля виолончельными звуками. Наверное, это виолончель все-таки, но, возможно, и нет. Возможно, это гитарные какие-то штуки. Но похоже на виолончель. Таинственная, как всегда, утяжеляющаяся к концу с вокалом. Прекрасным уже к четвертому альбому распелась Сьюзи уже по-настоящему. И столько звуков внутри, какие-то взрывы, особенно в первой песне, шорохи. Перкуссия металлическая на фоне вот этого вот тяжелого полотна общего с гитарой Магерка, с басом Северина, с барабанами Баджи, которые заканчивают Spellbound первую песню, имитируя падение на тебя кирпичного здания просто, которое рассыпается, и кирпичи вокруг вот эти летят. Такие барабаны здесь здоровские сделаны. Arabian Nights. Еще более усложняется аранжировка, еще более странная какая-то штука, но очень слушабельная, очень понятная для того, чтобы ее переварить. Какую фразу сложную я сказал, да? Понятная для того, чтобы ее переварить. Ну ничего, пускай будет так. Приходим к Хэллоуин. Это уже какой-то... Когда-то где-то был панк-рок. Когда-то был. И... преобразовался он в изломанный, нервный, интеллектуальный рок с новым звуком, который приходит в монитор, последнюю на первой стороне, с диким ритмом, монотонным, вот таким. Это диско не диско, это такой привет из крауд-рока, наверное, но очень тяжелый, очень... монотонно-мелодичный. И хочется, чтобы эта песня не кончалась. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно со мной мчалось, за мною вслед. Так же, как эта песня «Монитор». Надо, чтобы она крутилась на репите, просто не останавливаясь никогда и нигде. На вторую сторону переходим. «Night Shift». Мрачный гимн, который кажется лучше всего, что было на первой стороне. И вот чем этот альбом удивителен, что он... В нем не то, что просадов нет никаких, а он все время поднимается. Все время. И каждая следующая песня, она мощнее и интереснее. Супер-хита номер один под названием Spellbound, который открывает эту пластинку. Казалось бы, это хит хитов Spellbound. Все, это просто удар в мозг. Но дальше все пошло еще мощнее. После Night Shift, Sin in My Heart, где... Сьюзи уже разворачивается в вокале дикой истерикой, уже Йоко Оно далеко-далеко от нее. Хотя она чемпион по истерикам, как мы знаем, да. Но здесь истерика очень музыкальная и очень осмысленная. Ну, про гитару Магека я не говорю, что здесь просто чудеса. И казалось бы, дальше некуда, но Headcut, дальше есть куда, оказывается. Дальше есть куда. И даже больше, потому что дальше идет «Вуду Долли», последний номер,
чудо авангардной музыки, чудо новой игры на гитаре Магека. Такие вещи, которые не снились ни Джону Кейлу, никому там, ни Брайану Ина, никому еще. Потому что, ну, это совсем какой-то беспредел в хорошем смысле этого слова. И вот весь альбом, он так вот идет. Он подходит к Вуду Долли, которая является финальной песней, но мы от этой пластинки не устали. Мы снова переворачиваем ее и ставим снова, потому что хочется послушать еще и так 5 раз подряд. А иначе не может быть, потому что это действительно один из шедевров современной музыки. Несмотря на то, что это 81-й год, я повторяюсь, это шедевр современной рок-музыки. Пошел пить, пока.